Высокогорье. Главный кавказский хребет. Свою родовую мебель мы создаем из деревьев, которые не были срублены или срезаны пилой. Они естественным образом после ураганов и наводнений в горных реках долгие годы морились в ледниковых водах. Они ничего плохого не видели от людей, только хорошее и доброе. И именно это, как мощный заряд положительной энергии, наша родовая мебель принесет в ваш дом. Хорошее и доброе. Родовая мебель.